Сотни тысяч ленинградцев и жителей, уроженцев других регионов сегодня лежат на этом кладбище. И в этот день мы сюда приходим, чтобы вспомнить о тех павших войнах, о наших простых жителей Ленинграда, которые свою жизнь отдали за защиту нашего города. Люди, защищавшие Ленинград, жители блокадного Ленинграда, сделали невозможное. Они победили смерть. И сегодня нам показывают пример, как надо любить свою родину, делать все для того, чтобы родина развивалась, дальше жила.